Данил, ты скажешь, где мы находимся? Как страна называется, в которой мы сейчас? Швейцария. Швейцария. И город Лаутербрунн. Ага. А все, почему Лаутербрунн? Потому что здесь Брунн, такие лаут. И снег. И снег здесь есть. Здесь. Водопад. Ага. Вон водопад, как с горы спускается. Все четко видно. Водопад. Просто солнце выше там, а мы не... Да, а он... Я не знаю. Вот здесь ледник. Или снег, или ледник, или кто его знает, кто это, что это такое. Но там снег. Чикс. Домики здесь какие красивые. Трамвайчик. Да, вот трамвайчик куда-то поднимается. В горы поднимается. А, опс. Лепота. Домики какие. Это все отели. По идее. Мама на той стороне идет в теньке. Да. Да-да-да. Там где-то поезд спускается. Вот этот трамвайчик. Но самое главное, достопримечательность, вот эти водопады, которые падают со скал. На одном из водопадов я смотрел, вода падает с высоты 430 метров. А там, вон те горы, там какая-то из этих гор что-то 3000 метров. Есть по 3, 3400, 3500 есть, 2500, разные горы. И Данил идет есть мороженое. Ну как, Дань, вкусное швейцарское мороженое? Вот так. Ну, идеально, ну круто. Да. Вот так. Вот здесь. Хочешь попробовать? А, ну попробую. Тут что-то забыл. Это просто огонь, да? Да, ты прав. Мороженое действительно вкусное. Ну, какие здесь автобусы с прицепами ездят. Ага. Смотри сюда. Возьми мороженое в другую руку. Эту руку дай мне. Такой вот красивый городишко между гор, между скал, я бы сказал бы.
Fleisch- und Wurst-Spezialitäten. Надо глянуть за тих.